В Ефремовском благочинии Тульской епархии по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия пройдет традиционный православный велопробег от храма к храму. В седьмой раз сторонники здорового образа жизни, велосипедных прогулок и дружеского общения, в основном это молодежь, соберутся на старте у стен кафедрального собора в честь иконы Божией Матери взыскания погибших города Ефремова. Отсюда велосипедисты проследуют до храма святого великомученика Дмитрия Солунского села Пожилино. Как отмечает организатор и вдохновитель велопробега священник Павел Гребенкин, с каждым годом все больше людей разных возрастов включается в этот процесс. Причем многие узнают о времени и месте старта из соцсетей, в которых батюшка тоже активный пользователь. А цель этого благого дела – как раз оторвать детей от гаджетов, помочь им научиться общаться друг с другом и больше узнать о истории родного края. Велопробег стартует 20 августа в 13 часов. Приглашаются все желающие. Адрес храма – город Ефремов, улица Дачная, дом 2. Телефон – +7 48 741 6 30 91.